Украинка Ксения Березина получит все, кроме авторских прав Фреда Дёрста на музыкальную группу и Харли Дэвидсон. Американский певец-фронтмен группы Limp Bizkit Фред Дёрст после развода со своей женой украинкой Ксенией Березиной лишится дорогого автомобиля, а также будет обязан выплачивать пособие на содержание бывшей супруги. Причиной такого решения послужило расторжение брачного договора, который чита заключила перед свадьбой в 2013 году. Как сообщает ТМСТА, Дёрст первоначально будет выплачивать $7400 в месяц, с сентября сумма уменьшится до $5000 в месяц и, наконец, в последний год она составит лишь $2500. Условия действительны только в случае, если Ксения не выйдет замуж повторно, в этом случае лидер Limp Bizkit будет освобожден от финансовых обязательств. Кроме того, экс-супруга получит купленный в кредит автомобиль BMW X1 2018 года, за который Фред будет платить еще 24 месяца. Самому музыканту после развода остаются право на группу, а также несколько принадлежащих ему предприятий, в частности тату-салонов. Не достанется Ксении мотоцикл Harley Davidson 2014 года. Напомним, о распаде пары стало известно еще в минувшем году. Инициатором разрыва отношений стал Фред. По его словам, разногласия с женой окончательно разрушили их брак. Неудачный брак с Ксенией станет третьим для музыканта. В 2009 году он расстался с супругой Эстер Назаров спустя всего 3 месяца после свадьбы в Лас-Вегасе. Со своей первой женой Рэйчел Тергисен он прожил с 1990 по 1993 год.